Другого Бога, кроме Тебя, любящего, спасающего, милующего творение свое. Аллилуйя! Господи, спаси нас и помилуй. Научи нас драгоценное время, отпущенное нам в этой жизни, хранить, чтобы все наше время было посвящено Тебе и ближним нашим. Хвала Тебе и слава Тебе, милосердный наш Господь и Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, за Твое долготерпение. Ты говоришь, что желающие спастись должны в Твоем свете ходить, иметь общение друг с другом. И тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Аллилуйя! Господи, пошли добрых свидетелей Твоих к начальствующим и царям. Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И сохрани их от покушения на них. И пошли добрых свидетелей к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Твои объятия любви простерты ко всем. Ты не желаешь смерти грешника, но чтобы все пришли к единству веры. Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Благодарим Тебя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ибо горе живущим ныне на земле, если они не познают Тебя. Ты говоришь, купи у меня мазь глазную, и ты увидишь свою наготу и срамоту. Ты даруешь человеку одежду праведности, святыни. Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе! Прибудь с нами! Боже, милости будь мне грешным! Создав имя, Господи, помилуй меня. Вещества я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Тебе, Господи, слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение. Аллилуйя. И от Господа не спрячется никто, но все предстанут перед Ним, дабы ответить за свои дела, что они делали, живя в теле, доброе или худое. Спрятавшегося, согрешившего Адама, ты нашел, спросил: Адам, где ты? Он же ответил: я устыдился тебя, Господи, не ел ли ты запретный плод? И он не мог сознаться, указал на жену. Так идет и сегодня. Муж винит жену, а жена дьявола. Научи нас признаваться в наших грехах и приносить истинное покаяние тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Велики и щедры Твои даяния. Научи нас правильно пользоваться временем, отпущенным нам на земле. Хвала Тебе, наш Иисус. Найди наших родных и близких, которые не познали Тебя, которые все еще блуждают во тьме. Господи Боже мой, слава Тебе. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, которыми Ты украшаешь наш путь. И межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо верующий в Сына Божия, крещенный во имя Отца и Сына и Святого Духа, имеет жизнь вечную, если исполняет все заповеди. А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости нас, Господи, помилуй и благослови. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе, милосердный Создатель. Ты говоришь людям, что грешники не спасутся, прелюбодеи,
развратники, табакуры, пьяницы, воры и убийцы будут мучиться с сатаною веки вечные в аду. Ты призываешь всех к покаянию и даешь новую одежду чистоты, святости и целомудрия. Аллилуйя! Благодарю тебя, мой Господь. Чудная милость твоя, она защищает нас. Хвала тебе, долготерпеливый и многомилостивый Господь. Аминь. Господи Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель, за великое Твое долготерпение и милость к падшему человеку. Ты не желаешь смерти грешника, Господи, но всех зовешь к покаянию и к чистой, целомудренной жизни. Аллилуйя! Боже, милостью будь мне грешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, и же везде сый, и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселися в нас, и очисти нас от всякой скверны. Благий, Спаситель душ наших. Аллилуйя! Ибо Ты сам сказал, Господи, что пошлю к вам Утешителя, Духа Святого, и который наставит нас на всякую истину. Благословенный Господь, слава Тебе! Дай смысл жизни людям, которые отвергли себя. Ум их просвети трезвостью, любовью к Слову Твоему, к молитве, к милостине и к посту. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, сотворившего небо, землю, воды и все, что в них. Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй, прости и благослови. Уповаем на милость Твою, Господи, и к Тебе прибегаем. Долготерпеливый, щедрый и многомилостивый, ибо Ты сказал сам, я истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь, а вы ветви. Давай нам понять, какую жизнью мы должны жить, близки друг к другу, как ягоды на виноградной кисти. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Господи, Ты говоришь, что никакие пьяницы Царствия Божия не наследуют. Коснись их сердец. Обрати их на путь покаяния. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прости нас, Господи, и помилуй. Прости и благослови. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Господь. Слава и благодарение. Честь и поклонение Тебе, наш Иисус. Хвала Тебе. Прости нас и помилуй. И этим людям откройся святости своей. Ты сказал, встань на возвышение и возвысь голос Твой, дабы все услышали призыв к покаянию. Но кто услышал сказанное? Кто поверил слышанному от нас? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Прости нас, Господи, помилуй и благослови. Мы ищем милости у Тебя, единого, доброго и щедрого Бога. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Возвысь святую православную церковь. Поставь добрые пастыри, несребролюбивых, истинно любящих пасту свою. И косни сердца правителей и царей. Сохрани их от покушения Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Услыши наши молитвы. Научи нас ценить это мирное время. Ибо Ты сам сказал, что 1/3 человечества погибнет, когда будет пожар войны. А в конце мира Ты придешь, Господи, и явишься на облаках,
и верные будут восхищены тебе, встретены тебе. И будет страшный суд на перстнике разврата, и есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону злата, и мысли и дела он знает наперед. Хвала тебе, наш Господь, слава тебе. Приникни с высоты небесной. Благослови плененных, пытаемых, убиваемых детей твоих. Простри к ним благодеющую десницу твою, дабы никто не отрекся от тебя. Утеши их в тюрьмах, в психиатрических больницах и всюду покинутых, одиноких, престарелых, слепых, замерзающих, изгорающих и утопающих. Защити их, Господи. Мы молимся к тебе. И ты отвечаешь на живую молитву живым людям, живой Бог. Хвала тебе. И самые главные добродетели, которые ты даешь даром, это рождение свыше и водительство Духом Святым. Хвала тебе, Господи. Аллилуйя. Ибо нет другого Бога, кроме тебя, столь милующего создание свое. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Ибо делающий правду идет к свету, дабы явно были дела Его. Делающий злое не идет к свету, дабы не обличились дела Его. Ты близок, Господи. Мы ждем Тебя. И дух, и невеста говорят, приди. Ей, приди, Господи Иисусе. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Аллилуйя. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Ты, Господь, единый и сущий над всем.
Благослови нас в эту ночь и сохрани от всего, что не славит Тебя. Избави нас от пожара, воров и нечистой силы. Мы надеемся на Тебя, Христе Боже наш. Великой милостью Твоей Ты покрываешь мир, долготерпеливый и многомилостивый. Слава Тебе! Пощади наследие Твое. Хвала Тебе, Господи, что открылся нам в святости Твоей. Ты умер за грехи наши по Писанию и воскрес для оправдания нашего. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Нет иного Бога, столь любящего создание свое. Хвала Тебе, наш Господь! Благодарим Тебя за прошедший день, который каждый раз становится все лучше и чище. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Прости нас, Господи, и помилуй, прости и благослови. На помощь Твою надеюсь, Господи. Ты сам сказал, воззови ко мне и услышу Тебя. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, не боишься ужасов ночи, стрел летящие днем, язвы, ходящие во мраке, зараза, опустошающая в полдень. Падут под тебя тысячи, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избал ты прибежище твое. Не причастится тебе зло, и язва не приблизится жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Наспед Василиска наступишь, попирать будешь рва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его. Долготу и дней исполню его, и явлю ему спасение мое. Господи, слава тебе, владыка мира. Посети правителей и царей в этом мире, чтобы издавали мудрые законы и дали достойную жизнь прожить людям, было бы из чего уделять нуждающимся. Помяни Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана. И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Защити нас и помилуй, Господи Боже, нас от всего, что не славит Тебя. Прости мои согрешения, вольные и невольные, в уме и в помышлении, во дни и в ночи, и во все дни жизни моей, ибо Ты благо человеколюбец, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал за нас Сына Своего Единородного Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но чтобы мир спасен был без Него и через Него. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет прощения грехов тем, кто не просит о них. Господи, Ты привлекаешь себе всех любовью Твоею, великие и дивные дела Твои, и в этот день Ты позволил нам прожить его под Твоей охраною. Прошу Тебя, Господи, избави нас от пожара, от воров, от нечистой силы. Ты позволил нам опуститься на это адово дно во тьму, где свирепствует прелюбодеяние, разврат, табакокурение, серебролюбие, обман и ложь. И этих людей не пройди. Освети их словом истины Твоей, Господи Боже наш, слава Тебе. Будь милостив ко мне грешному и прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении. Пощади наследие Твое. Господи, коснись сердец наших родных, не познавших Тебя. Избави их от грехов плотских, а душу возвыси Господу. Соделай нас сеятелями
ибо семя падает при дороге, и бесы похищают из-за неверия, иное падает в добрую землю, но корни не достают глубины, и все засыхает, где нет твердой веры, а иное семя падает в терновник, и вырастает он и заглушает, а иное падает на добрую почву, взрыхленную плугом языком святых апостолов и политую слезами раскаяния, и приносит плод в 30, в 60 и во 100 крат. Имеющий уши слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Ты стоишь у двери каждого сердца и стучишь, и кто отворит тебе, ты войдешь к нему и будешь вечерять с ним, и он с тобою. Благодарю тебя, Господи, что ты позволил мне расслышать голос твой, и более полвека ты хранишь меня в этом свидетельстве. Слава тебе, хвала тебе. Ты достоин всяческого прославления, ибо ты творец неба и земли. Ты сотворил солнце и луну и звезды, и всех животных и птиц и отдал человеку, как хозяину земли, дабы он благоразумно со всем обращался и насадил плодовые деревья. Аллилуйя! Может, у вас вопросы какие-то только есть? Только совершенно неверующий человек может отрицать себя, ибо безбожный их участь будет в гиене огненной, где червь не умирает и огонь не угасает, ибо ты сам сказал, что всем нам надлежит предстать пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал в теле, доброе или худое. Ты говоришь нам, что если ты пришел к жертвеннику, к молитве, и вспомнил, что у тебя кто-то имеет что-то, пойди прежде примирись, и тогда продолжи молитву твою и принеси жертву духовную. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Господи, прости, помилуй. Спасибо вам. Погромче сделай-ка. Добрый день. Ну, такое. Господи, слава тебе. Хвала тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя! Прибуди с нами, Господи! Научи нас всякой правде! Господи, Ты оставил здесь на земле Твой ковчег, Святую Православную Церковь. Возвысь ее выше добрых пастырей, которые будут заботиться об овцах и не будут порабощены сребролюбием, и будут заботиться о овцах, разыскивая их, погибающих, расхищенных волками, а замыслы еретиков да будут развеяны. Мы уповаем на Тебя, Господи, услыши молитвы святых о нас, и о чем молился Серафим Саровский, о стяжании Духа Святого. Даруй каждому рождение свыше и водительство Духом Святым. Аллилуйя! Ты велик, Ты дивен, Ты премудр и всеведущ. Хвала Тебе! Среди множества опасностей Ты провел нас. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. И найди новые души, и укажи, кому мы должны засвидетельствовать о любви Твоей, что Ты умер за всех и призываешь к покаянию. И горе человеку, который не откроет сердце свое, ибо верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Благодарим Тебя, наш Господь, за это жилище, где мы можем преклонять колени пред Тобою. Господи, мы умоляем Тебя, вышли добрых делателей на ниву Твою. Пошли благовестников-миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем засвидетельствуй о любви Твоей, что Ты их ждешь с покаянием. Долготерпеливый и многомилостивый Спаситель, слава Тебе! Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей. Аллилуйя! Вымысл человеческий ненавижу, а закон Твой люблю –
Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, честь и поклонение. Слава тебе веков. Аминь. Благодарим тебя, наш Господь. Ты позволил нам прожить этот день и восхвалить Твое дивное имя. Прошу Тебя, Господи, пошли добрых проповедников к христианам, язычникам, мусульманам и буддистам, и иудеям. Все нуждаются в любви Твоей. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Помилуй нас, Господи, помилуй нас. На Тебя мы уповаем. Хвала Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо были бесноватые, которых сатана раздел. И в таком виде они предстали пред Господом. Но Ты изгнал из них целый легион бесов, которые вошли в свиней. И стадо бросилось с крутизны в море и потонуло. А жители того места пришли к Тебе, умолять Тебя, чтобы Ты покинул их место. Сегодня вся земля, как гадаринская земля. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Мы осеняем себя животворящим крестом, дабы дьявол не мог приблизиться к нам. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Милость Твоя велика, любовь Твоя безмерна, чтобы мы со всеми святыми могли понять, что есть высота и глубина, широта и долгота любви Твоей. Ибо Твой крест поднялся в высоту, как лестница, и в глубину он поразил дьявола и разрушил ад. Ты вводишь человека в долгую, непрекращающуюся жизнь с Тобою. Хвала Тебе и слава! Ты широко раскрыл руки, желая захватить весь мир в любовь Твою. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Ты умер за нас, Ты взял наш грех на Себя, чтобы верой в Тебя мы имели жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава, всемогущий Создатель, ибо блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные правды ради, поносимые, оболганные. Ибо Ты обещаешь им вечную жизнь и награду. Слава Тебе! Хвала Тебе, Господи, Боже наш! Вразуми правителя этой земли. Наведи страх Твой на них и сохрани их от покушения на них, чтобы они заботились о народе. Добрых учителей дай детям, чтобы учили о Боге. И здесь, кто собрались, ищут греха от разврата, прелюбодеяния, пьянства, табакокурения, наркотиков, избави их, Господи. Не дай погибнуть этому люду. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала. Ты позволил обращаться к Тебе. Ты сам сказал, воззови ко мне, я услышу Тебя и помогу Тебе. Слава Тебе! Ты бодрствуешь над Словом Твоим, Господи. Ты оценил единую букву Святой Библии дороже неба и земли. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Вразуми этих людей, которые не знают Тебя. Не дай им утонуть в беззаконии, в блудодействии, пьянстве, разврате. Найди новые души, Господи. Коснись их любовью Твоею. Блажен человек, который уверовал в Тебя. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе!